Президент Центральноафриканской Республики подал в отставку из-за неспособности справиться с насилием. В стране свой пост покидает и премьер-министр. На улицах столицы слышны довольные возгласы. Мишель Джатодия возглавил ЦАР в марте прошлого года после государственного переворота. Он руководил повстанческой коалицией Селека. Ее бойцы с декабря участвуют в столкновениях с повстанцами-христианами. За время беспорядков в столице погибли порядка 600 человек. Еще около 200 тысяч были вынуждены бежать из города. Когда и кто теперь будет исполнять обязанности главы государства, пока неизвестно. Переговоры на эту тему начнутся в ближайшее время в городе Банги.